Всем доброго времени суток! Вы на канале Ну что, свяжем! И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы, за ваши пожелания. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, с ними мы уже работали, а вот с такой палитра еще нет. Ну и, естественно, с новым узорчиком. Напоминаю, что на канале узоров уже очень много, и чтобы вы не растерялись от количества, все узорчики собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Плейлисты вы можете увидеть на главной странице канала. Точно так же вы можете увидеть на главной странице канала кнопочку спонсорства, так вы можете выразить благодарность автору канала, то есть мне. Итак, Напоминаю, вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Я сегодня буду показывать узорчик для бактуса. Бактус – это платок на шею треугольной неправильной формы. Вяжется от угла. Вы можете задать данную информацию в гугле, посмотреть в википедии, да, что такое бактус. Ниточки я выбираю именно такие. Почему? Потому что они очень мягкие и они не колятся. Вот, идем дальше. Что это за ниточки? Называются они Alize Baby Wool. Идем дальше. Видите, написано батик. Батик получается секционное окрашивание. Сегодня будет вот такое интересное синее, фиолетово, белое, голубое окрашивание. Цвет на камеру передается, в принципе, как есть. Поэтому смотрите, 35-64. Идем дальше. Что это за ниточки? Смотрите, в 50 граммах здесь находится 175 метров. Опережая все ваши вопросы, да, еще как бы уточню, что на бактус у меня все время уходит 8 моточков. Идем дальше. Ну, конечно, размер вы можете выбрать сами. Можете меньше, можете больше. Смотрите, по составу это 40% шерсть, 40% это акрил, 20% бамбук. Вот. И на ощупь они действительно очень-очень мягкие. Кто вязал, рассказывайте, нравится ли вам этот ниточки. Кто не вязал, попробуйте. Итак, какой нам здесь советуют брать производители крючок? Смотрите. В зависимости от узорчика, от вашей плотности вязания, вот, от единички до троечки. Видите, я данную пряжу вязала крючком номер три поэтому я сегодня продолжаю вязать крючком номер три так вы точно также берете свою пряжу подбирайте под нее крючок согласно рекомендациям производителя согласно своей плотности вязания чтобы у вас все все получилось ну что свяжем. Итак, я взяла ниточку из центра моточка поэтому будем начинать наше вязание вот с такого интересного сине-голубого цвета, и дальше будем смотреть, как будет меняться цвет ниточки, очень интересный процесс. Я сегодня прилагаю сразу же схемку как к тому бактусу, схемка несложная, смотрите, кто умеет разбираться по схемкам, вы можете приступать уже вязать, да? Те, кто не разбираются в схемках, будем разбираться вместе, ничего сложного нет. Итак. Как и всегда, в начале вязания мы с вами делаем петельку фиксации. Так, то есть вот так вот провернули и зафиксировали нашу петельку первую. Теперь смотрите по схемке, по узорчику. Три петельки воздушные. Раз, два, три. Теперь смотрите, делаем одну воздушную петельку по узорчику. Итого получается 4 воздушные петельки. Теперь накид и возвращаемся к нашей первой петельке. Вот сюда вот возвращаемся и провязываем столбик с накидом. Пока повторяйте, так потом поймете принцип узорчика. Есть. Далее 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите, наша с вами задача накид. И вот в эту вот арочку из одной воздушной петельки мы ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь наша с вами задача. Помните, делали 3 петельки подъема. Вот в третью петельку нырнули аккуратненько и провязываем столбик с накидом. Вот у нас получается, видите, от треугольничка начинаем вязать. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Это петельки подъема. Поворот. Теперь 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. Итого 5 воздушных петель. Поняли, да? Теперь смотрите, накид ныряем вот нашу эту арочку, где две воздушные петельки, и в эту арочку провязываем два столбика с накидом. Раз столбик с накидом, и сюда же два столбика с накидом. Теперь смотрите, у нас получается здесь по узорчику один столбик и три петельки подъема. Так вот, верхушку столбика провязываем столбик с накидом. И далее в третью петельку подъема тоже провязываем столбик с накидом. То есть наш треугольничек потихонечку начинает расти. Видите? То есть вот он треугольник. Вот он у нас будет с этой стороны будет увеличиваться. С этой стороны у нас будет ровненькая стеночка. Идем дальше. Три петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите, получается, там, где у нас столбики, да, вот наши столбики, мы будем провязывать столбик-столбик. За верхушечку беремся и провязываем столбик с накидом. Раз, в виде четко видно столбики. Столбик с накидом 2. Далее столбик с накидом 3. А теперь смотрите, вот у нас арочка из двух воздушных петелек. Мы в эту арочку провязываем 2 столбика с накидом. 1 и 2. Точно так же, для того, чтобы расширить край наш, да мы будем делать 2 воздушные петельки. Раз, два и присоединяемся вот помните делали 5 3 петельки подъема вот к третьей петельке аккуратненько присоединяемся и провязываем так я беру за две петельки так будет аккуратнее вот и провязываем столбик с накидом вот видите получается как эта сторона уже ровненькая с этой стороны идут прибавочки идем дальше 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и опять, видите, у нас здесь видно уже арочки. Формируются две воздушные петельки по узорчику. Раз, два. Итого опять-пять воздушных петель. Теперь несложно. Смотрите, в арочку ныряем, провязываем 2 столбика с накидом. В арочку будем всегда провязывать, получается, 2 столбика с накидом. Раз и 2. А теперь провязываем до конца ряда наши столбики. Раз, два, три, четыре, пять. И в третью петельку подъема 6. Угу, давайте вместе так раз столбик столбик следующий столбик 2 следующий столбик 3 следующий столбик 4 5 и в третью петельку подъема поняли да вот аккуратненько находим третью петельку и в нее 6 все ровненько, аккуратненько. Эта сторона у нас ровная. Видите? На этой стороне постоянно будут идти прибавки. Угу. То есть сейчас у нас, смотрите: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков. Пока не сложно, идем дальше. Итак, для начала 3 петельки подъема: 1, 2, 3, поворот. Опять шагаем по нашим столбикам. Так, то есть тут никаких особенностей нету. Провязываем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, столбик с накидом 3, столбик с накидом 4, столбик с накидом 5, столбик с накидом 6, столбик с накидом 7. И, смотрите в арочку мы опять провязываем 2 столбика тут без изменений так и у нас получается по итогу по итогу в нашем ряду вместе с тремя петельками подъема вот с этими третьим третьими петельками мы их считаем за столбик 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 столбиков поняли вот опять делаем 2 воздушные петельки 1 воздушная петелька 2 воздушная петелька накид и опять в третью петельку подъема тут все без изменений провязываем столбик с накидом и вот как только вы провязали получается у нас рядочки раз два три четыре пять шесть так когда у вас получилось 10 здесь столбиков дальше мы будем дополнять наш узорчик смотрите три петельки подъема раз два три поворот две воздушные петельки по узорчику раз два и опять точно так же ныряем вначале в арочку и провязываем два столбика с накидом. Раз столбик с накидом, два столбик с накидом. Так. А потом еще провязываем два столбика. Раз, два. Так, давайте вместе провяжем. Раз и два. А теперь посмотрите внимательно на схемку. Вы увидите, что мы здесь будем провязывать сейчас крестик, состоящий из столбиков с двумя накидами. Итак, смотрите: делаем 2 накида. Раз, 2. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий нырнули, провязали столбик с двумя накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Видите, столбик наклонился. Раз, два, два накида. В следующий столбик нырнули за верхушечку, взялись и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот. Столбики с двумя накидами. Дальше опять два накида. И возвращаемся, вот видите, первые два столбика мы пропустили. Вначале к первому столбику возвращаемся. Беремся за верхушечку. Так, беремся поудобнее. Вытягиваем ниточку и провязываем точно так же. Две петельки. Две петельки. Две петельки. 2 угу. Два накида. И возвращаемся к следующему столбику, который мы пропустили. Беремся аккуратненько за верхушку. Беремся так, чтобы нам было удобно. Сейчас возьмусь, чтобы показать. Оп, видите? Вытягиваем ниточку и опять провязываем. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот. И у нас что по итогу получается? Видите? Вот такой интересный крестик. Здесь столбики с одним накидом, в крестике с двумя накидами, понятно? Идем дальше. Следующие столбики, которые у нас остались, раз, два, три и три петельки подъема, мы провязываем обычными столбиками с накидом. Раз столбик с накидом, следующий два столбик с накидом, следующий три столбик с накидом и самый последний получается в третью петельку подъема мы провязываем четвертый столбик с накидом. Угу. Вот такая у нас по итогу красота получается. Идем дальше. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Смотрите, там, где у нас столбики, вот здесь, да, с этого края, у нас все время здесь будет получается по 4 столбика. 3 петельки подъема и 3 столбика. Понятно, да? То здесь несложно запомнить. Итак, до крестика столбики провязываем. Столбик с накидом. Столбик с накидом. И столбик с накидом. Все. у нас здесь будет каждый раз, каждый ряд одинаковая картина по 4 столбика. 3 петельки подъема и 3 столбика. 3 петельки это имитация столбика с накидом. Теперь наша с вами задача повторить точно такой же крестик. Так, смотрите, 2 накида. Первый, второй столбик мы пропускаем, в третий, четвертый провязываем. Итак, в начале третий столбик провязываем столбиком с двумя накидами. Два накида. Четвертый столбик провязываем столбиками с двумя накидами. Угу. Теперь смотрите, делаем два накида и опять возвращаемся спереди для того, чтобы наша косичка вот так вот заворачивалась, да? Итак, вначале к первому столбику вернулись, аккуратненько взяли. Если вам удобно браться сзади, беритесь сзади, да? Кому удобно спереди, беритесь спереди. Итак, опять провязываем две петельки аккуратненько две петельки и 2 петельки. Когда приноровитесь, будете делать это моментально. Раз, два накида и ко второму столбику. Точно так же вернулись, взяли за верхушечку и провязываем столбик с двумя накидами: 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот. Опять наш крестик. И у нас получается, видите, они как бы заворачиваться спиралькой. Красота. Идем дальше. Теперь наши столбики. Там, где столбики, мы провязываем столбиками с накидом. Итак, первый столбик с накидом над столбиком, второй столбик с накидом. Тут как бы не сложно, да? Далее идет третий столбик с накидом и четвертый столбик с накидом. Угу. Теперь Точно так же, как в предыдущих рядах, там, где у нас вот эта вот арочка из двух воздушных петелек, ныряем и провязываем два столбика с накидом. Раз, и сюда же два. Две воздушные петельки, раз, два, и вот опять в третью петельку подъема аккуратненько ныряем и провязываем столбик наш с накидом. Так, столбик с накидом. Красота! Красота. Эта сторона у нас, видите, растет. Эта сторона у нас будет ровненькая справа. Но когда перевернем, она будет слева. Понятно, да? Итак, идем дальше. Три воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. Две воздушные петельки по узорчику. Раз, два. Итого опять пять воздушных петелек. Накид. Опять в арочку ныряем и провязываем два столбика с накидом. Раз. И сюда же два потом провязываем два столбика непосредственно над нашими столбиками 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом угу. а дальше будем делать опять наши крестики. видите два столбика пропустим следующие два столбика провязываем столбики с двумя накидами и потом опять вернемся и провяжем опять два столбика с двумя накидами как мы провязывали вот в этих крестиках да? так давайте вместе провяжем Итак, для начала 2 накида, опять пропустили 2 столбика, в 3 и в 4 провязываем столбики с двумя накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 накида. В следующий столбик опять провязываем столбик с двумя накидами. Есть. Далее, для того, чтобы они одинаково, да, заворачивались. Мы точно так же повторяем. Два накида, и я вот так вот спереди захожу, да, вы можете заходить сзади, и у вас косичка будет, наоборот, в другую сторону заворачиваться. Так, то есть пробуйте, как вам будет удобнее, как вам будет красиво. Захватываю вершинку первого столбика, вытягиваю ниточку и провязываю точно так же. Две петельки, две петельки, две петельки. Два накида и Второй столбик, который мы пропустили, точно так же. Завершенку беремся и провязываем по 2 петельки: 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот видите. Очередной наш крестик получился. Здесь крестик точно так же повторяете. 2 столбика пропускаете с третьего, с четвертого провязываете. Потом возвращаетесь в первый 1 2 И вот эти наши четыре столбика опять провяжете. Раз, два, три, четыре. Несложно? Могу я вас оставить до конца ряда? Самостоятельно, да? Давайте. Схемка перед вами. Крестик повторили, 4 столбика провязали. И в конце ряда я вас встречу. Давайте, у вас получится. Так, как у вас получается? Такая же красота, возможно, даже еще лучше. Да? Вот мы закончили ряд 4 наших столбика. И мы договорились, что с этой стороны, где краешек ровный, мы заканчивать будем 4 столбика, да, провязывать и начинать тоже 4 столбика. Итак, 3 петельки подъема, имитация столбика с накидом, поворот, Точно так же, смотрите, здесь будем провязывать наши столбики. Так, схемка перед вами. Смотрите, сами себя контролируйте, проверяйте. Но я же говорю, с этой стороны не сложно, не запутайтесь. Так, теперь у нас с вами получается будут здесь два крестика. Раз крестик, два крестик. Давайте самостоятельно провяжите. Вначале берем третий столбик, четвертый, потом возвращаемся первый, второй. Опять пропускаем первый, второй, начинаем третий, четвертый, возвращаемся первый, второй. Справитесь? А здесь я вас уже встречу. Договорились? Давайте посмотрим. Так, смотрите, что у меня получилось. Вот такие вот объемные косички начинают расти. И как мы заканчиваем ряд? Смотрите, вот у нас 4 столбика, да, мы их провязываем как 4 столбика с накидом. Здесь без особенностей. Так вы будете провязывать в каждом ряду, когда будете так вот возвращаться, да. Раз, два, три, четыре. Опять помним да, что в арочку провязываем 2 столбика с накидом 1 столбик с накидом и 2 столбика с накидом здесь я провязываю быстро да то есть не останавливаюсь в силу того, что вы уже знаете как это здесь провязывать. Так опять делаем 2 воздушные петельки и к третьему получается к третьей петельке подъема присоединяемся и провязываем столбик с накидом угу. вот краешек наш расширяется, Повторюсь, краешек ровный. Итак, опять три петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Две воздушные петельки по узорочку Раз, два. Для арочки, да? Пять воздушных петелек. Накид. Опять провязываем два столбика с накидом. Вначале в арочку. Раз, два. Потом два столбика провязываем столбиками с накидом. Раз столбик с накидом и два столбик с накидом. И у нас, смотрите, если внимательно посмотреть, вот до следующего получается, до следующей косички. 4 столбика. Раз, два, три, четыре. То есть здесь будет опять косичка. То есть 2 столбика пропустили, 3, 4 провязали, вернулись к первому второму. Потом эти косички повторили, закончили 4 столбика. Обратно возвращаетесь точно так же. Получается: 4 столбика, косичка, косичка, косичка. Угу. Все. И опять провязали столбики в арочку 2 столбика. То есть ничего сложного. Поняли, да? То есть получается, вот когда мы так вот держим вязание, когда с этой стороны краешек ровный, а здесь прибавление, да? То есть мы начинаем все ряды одинаково. Вначале у нас вот эта арочка, так, из двух воздушных петель 4 столбика, новая косичка, старая, старая, 4 столбика. Возвращаемся, 4 столбика, старая, старая, старая косичка, да? И заканчиваем наш ряд. Следующий ряд опять точно так же. Вначале вы делаете Арочку, потом опять-4 столбика. И здесь у вас появится еще новая косичка. Новая, старая, старая, старая. Поняли, да? Ну, я надеюсь, я как бы ну, понятно объяснила. Схемка перед вами. Поэтому вяжите, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Я хочу в свою очередь посмотреть, как у меня будет меняться ниточка, так? Вот. А вы, в свою очередь, можете вязать образец, можете уже приступать непосредственно к изделию. Берите ниточек побольше, в зависимости от количества ваших ниточек, такое у вас будет большое изделие. Ну и столько раз будет вокруг шеи, вы будете его обматывать. Напоминаю, ниточки берите любые, тоненькие, средней толщины, толстые. Один и тот же узорчик по-разному смотрится на разных ниточках. Все, давайте, схемка перед вами, увеличиваем образец, встречаемся, чернится коридочков. У вас получится. Так смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такие вот у меня получаются по итогу косички. Видите, поворачиваются они все так вот сверху вниз, слева направо. Да? С другой стороны, узорчик двусторонний, видите, точно так же: они поворачиваются сверху вниз, слева направо. Как вам? Переход цвета. Интересно, оригинально, необычно. Да. И смотрите, получается по итогу, как будет косыночка, да, как будет непосредственно сам бактус располагаться. Эта часть будет у нас находиться около шеи, а вот эта часть будет спускаться и будет все больше, больше, больше расти. Понятно? То есть этот край будет узенький, следующий все будет шире, 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 шире. То есть там уже непосредственно вы будете вязать на тот размер, который вы захотите. Это будет один оборот вокруг шеи, может быть два оборота вокруг шеи и так далее. Может это будет просто небольшая косыночка, сделайте вот так же обвязочку столбиками с накидом и возможно будет просто маленькая Косыночка, опять же, в зависимости от пряжи. Если вы будете пряжу брать более толстую, да, то есть такой будет шикарный, как бы практически как снуд, да, косынка такая. Если это будет тоненькая ниточка, то такой летний шарфик. Почему бы и нет? Вот так вот не затейливо, вот так вот не сложно, так интересно, ажурно и получается, видите, объемно и еще узорчик двусторонний. Все. Вы когда провяжете на нужный вам размер, повторюсь еще раз, вы просто здесь провязываете столбиками с накидом и все, и ваш ряд закончен. Все, как вам идея интересная? Да, вот такого интересного бактуса. Пряжу, повторюсь, берете, можете и секционную, и меланжевую, и одноцветную. Захотите, добавляйте многоцветную то есть, может быть, не за одним цветом, другим цветом. Пробуйте, экспериментируйте. То есть, как вы сделаете, вы же большие дизайнеры, так у вас и получится. Именно ваша будет индивидуальная работа. Здорово! Здорово! Итак предыдущие бактусы, которые есть на канале в плейлисте бактусы, да, от угла крючком, вы можете непосредственно готовые бактусы посмотреть в Инстаграме. Я их там выставляю, и там посты можно быстрее найти, чем в Телеграме и чем в сообществе непосредственно здесь на Ютубе. Поэтому я данный тоже бактусик свяжу, готовые результаты вам покажу. Скажу, сколько ниточек ушло, какой размер получился и так далее, и так далее. В общем, заглядывайте в Инстаграм, оставляйте комментарии здесь. Сохраняйте себе в плейлисты, бежите с удовольствием, делитесь с друзьями, с подружками. Ну, в общем, все как всегда. Желаю вам ровных петелек и встретимся в новых видео. Пока-пока.